Think you're all confused, Mr. Я сообщаю вам, что Адольф Гитлер и его жена покончили с собой. Я уполномочен правительством вступить с вами в переговоры о заключении мира между нашими государствами, понесшими самые большие потери в этой войне. Господин генерал, вы бы сами заключили вы со мной мир в подобной ситуации? На безоговорочную капитуляцию мое правительство не пойдет. Сложившаяся ситуация не предполагает альтернативы.